хорошо. Начало войны. Как вы узнали о начале войны и что вы подумали тогда о причинах войны? Ну, откуда мы знали причины войны? Мы же в политических вопросах. Мы в школе учились. Мы знали школьный устав. Мы были верны школе. Мы знали, куда мы идем, чтобы нам учиться. У нас же тогда ни техники, ни какой-то вот, как теперь. Даже радио у нас не было. Но само собой получилось, что мы узнали о войне. Быстро из горкома самого сообщили, все мы узнали в армии. Это вот 9-й класс. А слышали ли вы речь Молотова 22 июня 41 года? Нет, не слышала. А речь Сталина 3 июня? Да, слышали. Тут уже организовали, уже мы все было. Какие впечатления, что вы подумали об этой речи? Ну что мы подумали? Мы всегда ведь были, мы очень были такие воспитанные люди. Мы подумали, во-первых, мы не могли подумать, что так долго будет война. И все, готовы были ко всему, и трудиться, и учиться. Вспомните один или несколько наиболее ярких эпизодов. Из чего? С вашим участием в войне. На войне? Вы знаете, работаю в госпитале. Госпиталь – это полевой подвижной. Он не стоял на месте. Это не то, что нам дали, мы в госпитале работаем. Или вот как больница. А мы все время переезжали. И все зависело от того, где наступление нашей армии. И мы, нас в разных условиях мы работали. И очень много у нас было разных историй таких. Например, вот я не имела официально-медицинского образования. Я и была и санитаркой. Но так как у меня 10 классов и подготовка военная была, я вот, когда очень много раненых было, я замещала и медсестру. Ну вот у меня однажды, это самый у меня, пожалуй, самый был такой момент, когда у одного офицера было ранение в бедро, и не поврежденная кость, но рядом, близко коснулась артерии. И я пришла к нему, ну, врач обход делал, и я ему говорю, что вам не надо вставать, резких движений не делать. Ну, а там другие молодые, все же молодые были тогда очень. И вот такой был конфуз, что я пришла с санитарной сумочкой им объяснять там, все это. Они подшутили над этим товарищем. Да-да, кости целы, а вставать его нельзя. Он, конечно, не послушал. И это как раз бои шли за Киев. Вот, за Днепр. А какое событие вам запомнилось? Вот, и кровотечение. Вот нужно было спасти его. Он не послушался, он попрыгнул. Запрыгал на одной ноге и у него ранение. Хорошо, что я еще не ушла от этого. В школе они вначале были эти, лежали раненые. Что я ушла, я успела ему наложить. Мне крикнули, сестра, я сразу поняла, в чем дело. Я остановила кровь. Кровь я остановила, но нужно его было срочно доставить его в операционную. И не знаю что, я же его на руках не донесу, и не с кем, у меня тут раненые все одни. Что делать? И я выскочила на улицу, смотрю, едет лошадь. Ну, на подводе едет муж и жена. Я останавливаю и объясняю, что мне срочно нужно лошадь, чтобы доставить раненых. Ну вот у меня было это очень такое было возбуждение. И когда мне эта жена его заплакала и сказала, что немцы у них уже были, их же освободили наши, и вот, и нам немцы лошадь дали, а вы ее отбираете. Вот пришлось и выражаться, и по уставному, и раненые ко мне, кто мог был ходить, прибежали. Ну, раненого, короче говоря, женщину взяли, как говорят, под охрану, а лошадь взяли и отправили, вот спасли. Много, очень много я была донором.
И когда нужно было спасти, вот нужно, прежде чем оперировать, нужен влить нож поживительный в бой. Мне первая группа, которая всем подходила, я очень много давала крови. За что я была рождена орденом Красной Звезды? Вот, можно про награду? Скажите, какие вы имеете? Какая награда, самая дорогая? Награды у меня... Я очень извиняюсь.